Спикер Нижней палаты парламента Таджикистана Шукурджон Зухуров 26 апреля подверг резкой критике работу антимонопольной службы Таджикистана. Об этом пишет «Азия Плюс». По словам Зухурова, антимонопольная служба своим необдуманным решением о поднятии тарифов для пользователей интернета взбудоражила население страны. Вы своим необдуманным решением в течение одного месяца сделали Таджикистан главным героем СМИ мира. Вы подвели главу государства, заявил он. По мнению спикера, уполномоченные органы власти должны были подумать, прежде чем поднимать цены на те или иные услуги, особенно социального сектора. Когда Таджикистан станет развитым и богатым, его население будет жить без проблем, тогда можно бесконечно поднимать цены. Сейчас это мы не можем позволить себе, заявил спикер. Напомним, что ранее антимонопольная служба Таджикистана совместно с Министерством связи приняла решение о повышении цены на интернет-трафик в 2 раза. Однако, после поднятия широкого резонанса со стороны жителей страны, Рахмон резко отменил данное решение и начал оправдываться, заявив, что якобы повышение было инициировано отдельными чиновниками, и высшее руководство страны было не в курсе происходящего. Главное, что не будет.